не знаю, 4 километра такой. То есть я съехал с другой стороны, с другую сторону и не смог отпустить эту веревку. То есть я опять же держу левой рукой эту веревку. Опять пытаюсь открутить правой рукой, но ноги у меня уже там, то есть мне приходится пресс делать, а пресс на высоте 8550 метров очень тяжелая вещь. То есть я попытался сделать 1, 2, 3 раза, и пока я это делал, у меня кислородная маска съехала, у меня кислая самая, и я стал терять сознание. В это время больше всего я думаю про то, чтобы не отпустить руку, потому что если отпустил, я просто буду туда вот сам. И в это время я увидел просто, что за мной один из шерпов спускается, и он увидел, в каком я состоянии. И, в общем, там я очень плохо помню, то он уже подошел, он, так сказать, просто отрезал эту самую веревку ножом и поставил маску обратно, и сознание вернулось. Хочу сказать, кстати, что шерпы — это люди, которым я питаю огромное уважение. То есть это люди, которые неоднократно жертвовали собой, своими жизнями для того, чтобы, скажем, кого-то спасти и так далее. Но это же их работа. Работа, но многие люди делают работу и не жертвуют жизнью, так сказать. Они не являются проводниками, они являются... скажем, они иногда помогают кислород поднести, там такого рода вещи делают, но жертвовать своей жизнью не является их обязанностью, но они это делают. И я тоже как бы обязан своей жизнью такому человеку. Что ты делаешь? Я сказал, что это хортанышакан, что ты делаешь? Да, это мне дали в монастыре Тхьянбоче до восхождения на Эверест. То есть сказали, что все будет хорошо, и сказали, чтобы я не снимал это. Сейчас уже боюсь снимать. Хортан Шакан. Да, но это приносит удачу. Ես գիտեմ, որ Հայաստանում էլ ալպինիզմով զբաղվողներ կան, որոնք հաճախ են լինում այլ սարերում, չգիտեմ, Էվերեստ նպատակ ունեցող մարդ կա թե ոչ, բարձրանալու, բայց ամեն դեպս Արարատ բարձրացողներ շատ են եղել։ Այստեղ ում հետ է համագործակցում կամ ընկերակցում, այսպես ասեմ, կան մարդիկ։ Շատ ընկերներ ունեմ, շատ անուն կարող եմ տալ, բայց я хотел бы сказать, что есть очень много хороших и сильных людей, например, можно. Вчера я был на Хадисенге на цель. Например, такая легенда, как Эдмунд, который, я не знаю, наверное, 400 или 500 раз поднимался на разные горы. И есть многие люди, которые хотели бы и могли бы подниматься на серьезные горы, но которые, ну, по финансовым, скажем, причинам это тяжело сделать и так далее. Да? То есть Эверест Барцанал финансово сильнее настроен. Эверест Барцанал шат танга, да, настума мод яросанит ватсун газаж доллар. По причине того, что нужно все это снаряжение привезти, так сказать, в базовый лагерь, нужен кислород, это дорогое. Ну, кроме того, так сказать, разрешение само на восхождение, это дорогая очень вещь. То есть правительство Непала получает свой доход, очень большой доход бюджета от экспедиции на Эверест. Ничего, это арбитрируется, это конечно, если вы как гитем, Арарат барцрану хамар, 1000 долларов ель чи хаснум, кажется, мне. Տարբերությունը բարձրությունների կարծում եմ այդքան մեծ չէ, դժվարություններն են մեծ։ Գիտեք ոնց, когда с высотой трудности и цена и всё экспоненциально растут, не линейно, а экспоненциально. То есть поэтому Эверест настолько высокая гора, что она очень дорогая сама по себе, но кроме того, это знаменитая гора, которая привлекает, так сказать, много желающих как бы на нее подняться, поэтому, так сказать, соответственно, непальское правительство может, так сказать, ставить эти условия, и люди принимают. Չեք կարծում, կամ արդյոք նպատակ չունեք Հայաստանում ավելի տարածելու և զարգացնելու ալպինիզմը, ինչ-որ միջոցներ այդ ուղությամբ ձեռնարկում եք? Ես շատ կուզենայի, ես ցավոք սրտի Նյու Յորքում եմ ապրում, ես, так сказать, я здесь бываю нечасто, но я думаю, что здесь
Я был несколько раз в году, но обычно, так сказать, несколько недель. Но здесь есть очень много людей, которые это могли бы делать, так сказать. И просто им нужна, наверное, немножко финансовая поддержка. Я думаю, что... Я надеюсь, что правительство осознает, что это настолько... Это почти идеальный механизм воспитания молодого поколения, да, то есть мужество, так сказать, закалка, физическая подготовка. Просто, знаете, альпинизм какие-то черты вырабатывает характера. Знаете, альпинисты обычно макур мартикен. Вот макрутян, короткая, а я стану. Ничкан дук это заргацнек, и чем больше людей это будет, этим будет заниматься, тем будет лучше. Поэтому я надеюсь, что правительство это поддержит. Это и организация экспедиций так, такого рода, ну, в Гималайи, так сказать, это, как мы уже сказали, это очень дорогое занятие. Я понимаю, что сейчас проблемы с бюджетом и все такое, но все равно это настолько важный, я думаю, элемент, что... Надеюсь, что будет возможно изыскать средства. Что окажется, Игорь, кез норанор барцункнери хахтарум эм мартум, ев ампорцанк эспес асем. Что окажется? Хайкакан երկրորդ հեռուստալիքի 4 ստուդիայում այսօր այժմին խոսքի իրավունքներ Իգոր Խալաթյանը, կարծում եմ արդեն Իգոր Խալաթյան անունը շատ բան ասել ձեզ. Այսքանը, ցտեսություն. Հաղորդման գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը. Հաղորդման գործընկերն է Armentel ընկերությունն իր Beeline ապրանքանիշով։ Ուզում ես ունենալ տանը ինտերնետ, ի՞նչ կա մտածելու։ Միացիր Highline ինտերնետին, ամենավորակյալ ինտերնետը Հայաստանում։ Ընդամենը զանգահարիր 100 համարով Beeline բջջային եւ ֆիքսված հեռախոսակապից։ Ուզում ես անվճար մոդեմ։ Խնդիր չկա։ Ուզում ես անվճար միացում։ Խնդրեմ։ Քիչ է։ Իսկ անսահմանափակ սակագները, գերազանց արագությունն ու Highline ինտերնետի որակը Հավաքիր հենց հիմա 100 Beeline բջջային եւ ֆիքսված հեռախոսակապից եւ ներկայացրու միացման հայտ։ Շտապիր, քանի դեռ ուշ չէ։ Զանգահարիր հենց հիմա, առաջարկը գործում է մինչեւ մայիսի 15-ը։ Շտապիր, կատարիր ճիշտ ընտրություն։ Beeline, ընտրիր կյանքի պայծառ կողմը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը տեղեկացնում է Հարգելի բաժանորդներ, ընկերության գործունեության առնչվող ցանկացած հարցով կարող եք դիմել բաժանորդների սպասարկման կենտրոն 180 եւ 65 20 86 հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, լուսավորենք կյանքը միասին։